Здравствуйте, друзья. Вот я из-за камеры снимаю, чтобы руки были свободны. Просто, чтобы именно подписчики сейчас первыми узнали, получили партию еще по старым ценам. Последняя партия пришла катушек козырных Наски, соответственно, под медиум Федора, под хэвики, под лайт медиумы, под лайты. Посмотрите, я взял только вот 4 вот этих модели, самых востребованных и самых действительно проверенных и надежных. Это японский рынок, имейте в виду. Это именно не те катушки, что большинство продают сейчас в России, в Москве, в большинстве подавляющих магазинах. Это именно Япония. Чтобы, скажем так, не оставалось ни у кого сомнений, сразу покажу. Ну, все знают, наверное, что, видите, сейчас штрих-код 49. Это Япония. Соответственно, все паспорта, такие вот огромные толстые книжки со всеми делами. Ну, вот на одной, да, показываю. Там проставки идут в комплекте. Все с иероглифами, все на японском. Это чисто японский рынок. Кто не знает, катушки сделаны в Малайзии. То есть это, кто думает, что японский рынок это чисто японская катушка, имеется в виду катушки заказаны с японского рынка, вот 49 вновь, но изготовлены катушки в Малайзии. Соответственно, это тот завод в малайзийский, который гонит, делает именно для японского завода в Малайзии. То есть качество просто изумительное. И далеко не все. Я знаю вот один единственный магазин, который берет даже через нас эти катушки, заказывает, да, а только они это, их продают. Значит, смотрите, чтобы я вам не перечислял. 4, это Наски 4000, 4,7 подшипников, ну, смотрите сами. Значит, это идет нагрузка на фрикцион, вес, 5 плюс 1 количество подшипников, 4,7 передатка, ну, соответственно, 75 за сантиметров за оборот. Ну, это емкость шпули. Вот такая катушечка 4000, шикарнейшая Наски, просто изумительно. Ну, я взял вот то, что я считаю, что мне нравится, да, я их люблю, и они очень надежные. Облегченная шпуля с прорезями, видите, тяжело сейчас так вот снимать, я один, поэтому приходится параллельно смотреть одним глазом в камеру, что все правильно попадало, да, и параллельно вам еще рассказывать, еще другими глазами, другим вторым глазом смотреть на катушки. Значит, вот такая вот закручивающаяся ручка, все надежно, все супер. Значит, следующая моделька — это C300, тоже смотрим по показателям, кому нужно, что время не занимать мне, не пересказывать. То же самое. Соответственно, C5000HG – это супер катушка для хэвиков. Просто шикарнейшая. У меня многие спортсмены их заказали. Сразу же даже не хотели, чтобы я их выставлял. Поэтому эта катушка очень козырная. Видите, какая клипса. Так что, кому нужно, берите. Скорее всего, я даже объявление не буду давать в розницу. Просто вот видео сейчас выложу и, в общем-то, больше ничего. Ну и Наски C300HG. Смотрите по... А, не показал пятитысячник. Пожалуйста. По показателям. И, соответственно, C300HG. Вот то, что у меня в руках. В общем, заказываем. Пока есть вот на данную секунду, на данный выход этого ролика.